Неадекватная мать набросилась с ножом на своего 9-летнего сына из-за плохих оценок в школе. 42-летнюю жительницу Нижегородской области задержали по подозрению в угрозе убийством своему малолетнему сыну. В момент происходящего женщина была пьяна, она кричала на сына, оскорбляя и размахивая ножом у его лица с пугающими заявлениями: «Обещаю, ударю, убью тебя». Как часто это происходило в семье, пока неизвестно. Сообщение о происшествии поступило в полицейский участок 15 февраля. Директор школы заявила о том, что между учеником и его матерью происходит конфликтная ситуация, требующая вмешательства. Женщина объяснила, что о запугивании ребенка она узнала в ходе звонка, поступившего ей от самого школьника. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая смогла выяснить обстоятельства происходящего. Как оказалось, вечером 13 февраля 42-летняя женщина угрожала сыну третьекласснику расправой из-за плохих оценок. Правдивость своих слов горе-мать пыталась подкрепить кухонным ножом, которым стала размахивать направо и налево. Угрозу убийством со стороны матери ребенок воспринимал реально. Мамаша состоит на профилактических учетах за неисполнение родительских обязанностей, а также была неоднократно судима за причинение тяжкого вреда здоровью. На мать возбуждено уголовное дело. Женщине грозят обязательные работы сроком до 480 часов, либо лишение свободы до 2 лет. Ребенок находится у своего отца.